Здравствуйте, дорогие друзья! Другая жизнь приветствует вас. Дождались. О чем мы дождались? Дождались мы, что жара спала. Давно я такого не припомню. 34, 35, весь день. По ночам дышать нечем. Ну, это кошмар. Какой коп? Пробовали вот по реке, ну, видели в предыдущих роликах. Такое себе. Последний раз поехали на Волгу, тоже там за Ярославой. Места даже не нашли. Поехали ночью, часа в 2. Места не нашли, чтобы встать. Везде все забито. Рыбаками, машинами, отдыхающими, купающимися. Но это была суббота. Короче, жара спала, продолжаем лесной коп. Рады очень. На улице 12 там было утром. Сейчас там градусов 18. Вообще замечательно. Идея какая? Кузнецы, то есть наша поселуха, она находится, по сути, на берегу болота. Под болото, она на берегу. Мы предположили, что болото 700 там, или сколько лет назад было, в общем-то, и не болотом вовсе, а озером. Может быть такое? Легко. И здесь где-то, может быть, меньше, чем... Ну да, где-то в километре, наверное. Точно такое же озеро, с такими же возвышениями, судя по топографическим картам. И плюс старая миндешная дорога, совпадающая с лесной дорогой. И по ней можно, в принципе, дойти примерно до того места. Естественно, сейчас конец июля, сейчас везде трава. Но если здесь будут какие-то ельники, сосенники, значит, мы сможем что-то найти. Так, будем пробовать. Короче говоря, идея такая. Дойти до края нового болота и посмотреть, что там. Естественно, по сопутке, по железу. Что получится, то получится. Посмотрим. Но соскучились по лесному копу просто конкретно. Все-таки поля, вот это все, это чуть-чуть. Кому как. Но нам больше заходят лесные вот эти похождения. Прям балдеж. Пойдемте. Вот. Дорога, начавшись, прошла немного и закончилась. Короче говоря, мы стоим на краю болота. Вот мох начинается. У нас тут какой-то лет болот. Это было озеро, ну да. Мы предполагаем, что здесь было озеро когда-то. Ну вот когда там, лет, бог знает сколько назад. Железный сигнал. А потом еще один. Прикольно, да? Топор и колун. Прям в одной яме. Что-то они здесь бросили. А потом не нашли. Напились, что ли? Но пробок нет. Чуть-чуть, да, ушли. Сейчас возвращаемся немножко назад. Вот через этот чепужатник. Там вот должна была быть вот эта дорога. Хоть ее попробовать отыскать. Направление хотя бы. Здесь железо килограмм. Килограмм 4. Надо забрать. Ничего. А то дома засиделись в жару. Да. Надо булки разминать. Кто-то сейчас там жары по дереву стучал. Такое ощущение, что кто-то дубиной по дереву молотил. Все птицы заорали. Кто может в лесу дубиной по дереву молотить? Если только лось рогами. Лось рогами. Медведь не умеет. Людей, ну, хрен знает. Что им здесь делать людям-то? Короче, не знаю. Ладно, сейчас спустимся немножко туда. Да, болото прикольное. Где фокус? Вот фокус. На дно, давай на дно, да, потому что надо как-то сбалансировать рюкзак. В лесу очень важно. Лишний килограмм прям очень чувствуется там на 5-м километре хождения вот по таким чепужам. Вот, а тут не 1 килограмм. Штативы, камеры. Будет нормально. Ладно, камера. Упаковываемся, двигаемся. Так, дорогие друзья, разведка не удалась. Дальше пошли, дальше полностью болото. Редкие сосны, ели, ходить невозможно. И все заросло травой, естественно, конец июля. Думали по картам, что там более такой густой лес сосновый. Нет, только поздней осенью возвращаться. Комары. Или ранней весной, но ранней весной там болото. Передвигаемся на запасной вариант. Денем болотники, пойдем. В болото-то, ну, можно, да. Короче, поехали на запасной вариант. Посмотрим, что там у нас имеется. Комары. Так, переехали. что-то у меня пыльный объектив. Вот, так переехали. Очередная дорога, очередное болото с правой стороны. Мы на ней ходили, только с той стороны леса. Сейчас попробуем. Ну, она, конечно, заросшая. Сейчас попробуем тут также уголками, ельничками. Может быть, что-то найдем. Поля скосили. Но здесь не было никаких культур. Здесь просто были травки, муравки. Не, ну почему здесь зеленый? Да нет, это понятно, что она здесь стояла. Я имею в виду, здесь ни пшеницу, ни рожь не сеяли в этом году. Поэтому и скосили. Красиво. Сегодня мы играем в основном в санитаров лес. Пробки и всякое такое. Железки. Да. Прочая фигня. Короче, первая монета на сегодня. Здоровье. Кстати, вполне себе реально. Где-то, конечно, заросшая. Бока ходим, где-то травы поменьше, ров. Мы с той стороны леса находили как-то пуговицу орлянку. И 2 злотых, сколько там серебра-то? 35 копеек. 35 копеек, короче, которые это. Общее. Что, это орех? Да. Ну, что-то такая зеленая. Ну, мы ее отмоем, но сохран фиг знает. Непонятно. Орехов нет, может, еще не выросли. Нет, они уже должны поспевать. Значит, все сожрали. Птицы. А ты знаешь, сюда просики. Ну, просики. Тут их хватает. Никого. Времени есть еще сегодня. Ну и ходить, в принципе, реально. Так, следующая находочка у нас. 2 копеечки 26-го года. Гнутенькие, но целые. Я что хотел интересно показать. Что здесь интересно было такое? Все выворочено. Смотрите, следов как будто вот какая-то техника заезжала. Вот следы, деревья вон валяются, но дальше следов никаких нет. Интересно, что здесь происходило. Так, это лось кору грызли. Любопытненько. Идем дальше. Запись. Ну что, дорогие друзья, день второй. Ходили мы вчера, ходили. Ничего дельного не нашли. Вот только 2 монеты и все. Ну почему? Топоры. Ну, топоры-то вы видели. Которые пошли в черме. Да. В черме-то они, к сожалению, все начали расслаиваться. День второй. Следующий запасной вариант. В 300 метрах за моей спиной тоже старая дорога. Здесь есть ельники, здесь можно ходить. То есть нет зелени. Вошли. Просто вот приборы настраиваем. 2 монеты. Советы. Воду не взяли, но это эти. Щитовичок и 5 копеек какие-то. Потом посмотрим, что там. Вот, я думал, еще будут. Пока больше ничего нет. Посмотрим. Здесь вот в этих ельниках вообще замечательно. То есть почему? Есть совершенно очаровательная пробка. А, ну и пробку, естественно. Которая звонила медным сигналом. Так у меня тоже пробочный сигнал на Е-траке. 12, 33, 34, кто знает. Это же, ну, по сути, пробки так звенят. И звук-то пробочный, пожалуйста, совет. Бывает и такое. Исследуем. Пока хорошая погода. Еще пока не жарко. А идемте. Прошли мы эти 300 метров вот этими пролесками. Ну, чуть-чуть просанитарировали лес на предмет пробок всякой хрени. Ключ какой-то нашел. Какую-то палку-ковырялку какую-то медную. Ну, потом покажу. Вот, ну вот мы дошли. Вот она. И уходит она. Видите, вот одна идет, вторая. Вот, судя по старой карте, нам нужна правая. Вот это. Сейчас мы ее по чуть-чуть будем. Ну, соответственно, где заросли, то по обочинам, по кустам. Где нет, то будем мы ее прозвонить. Дорога, кстати говоря, длинная достаточно, сама, насколько я помню. Мы здесь были, мы приходили тогда вот через этот чепужатник, оттуда пешком. Да, но это было очень давно, это было на заре нашего вообще этого Копольского. Наверное, километр прошли. Больше. Вот, это было на заре нашего Копольской деятельности, поэтому... Это мы еще, по-моему, стерка 505, как бы вообще ни с одной на двоих ходили. Нет, уже это... 505. Ну, или с двумя, я не помню. Но это было очень давно. Что-то мы здесь наковыряли каких-то советов. Ну, хрен знает. Надо перепроверить. Надо. Вот. Та-там. Та-там. Углубились. Дорога, к сожалению, совсем заросшая. Приняли решение идти вдоль. Здесь более-менее. Очередная монетка. Прям, смотри, сохран. Ну, а что сохран, что и будет. Лежит все. Ну, здесь же это. 36-й год. Угу. Ведь, может быть, современный накат вот этот вот, он и не совпадает точно. Ну, она может идти вот здесь. Я просто смотрю, здесь такие сосны огромные. Сосны большие, да. А с той стороны вроде помоложе. Сейчас задача какая? Чуть-чуть проверить здесь и там, где есть возможность ходить в июле по зеленям-то. Много куда хочется. Только не, ну, блин, дофига. Да не то, что не везде, мало куда получится. Даже я бы вот так сказал. Да и трава. Ну, да. Ну я про траву и говорю. Звенит, зараза. Папоротники, это ж вообще беда. Прошли сейчас мы заросли те. И начались здесь вот такие вот посаженные ельники. Вот, вот слева сейчас прошли. Люба там нашла сломанный крестик советского периода, алюминиевый. Бабулька какая-нибудь шла в кусты, зашла. Ну, что обязательно бабулька. Может, дедулька. И вот здоровая пугирочка. Ничего уже не боится. Обыкновенная вообще, простая самая. Ну да, такая. Такое ощущение, что самопальная. Ну, здесь такие бывали, я находила. Вот. Вот сейчас до того дойдем. Посмотрим. Время еще вроде есть. Можно вот этим краем. Да, да, да. Замечательно. Здесь по дороге можно пройти. Здесь трава мягкая-мягкая, как ковер. Хоть валяйся и лежи на ней. Валяйся и лежи. Падай и лежи. Падай и лежи. А, вот крестик. На крестик, да, вот сломан. К сожалению, без оглавия, но с распятием. Вот. Вот. Ну и с классической надписью «Спаси и сохрани». Ну это да, советские что-то типа того. Ну это в советское время, да, такие были. Да они сейчас есть, я тебе скажу так. Ну да, в общем-то, крестильные. Чаще всего их в Сергиевом Посаде отливали. Тут там на фуражке сидит комар или муха? Уже никто. Уже никто. Ну, пойдемте вон туда сходим. Ох, друзья, ну и залезли мы опять. Что-то тут, походу, не километром попахивает. А. Там так кажется. Да не, ну что далеко дошли. Еще один совет. Короче говоря, как возвращаемся вот на этот накат, который совпадает с миндешной дорогой. А у нас привязка, в принципе, достаточно точно на гармине. Ну, практически. Вот. Империи нет вообще. Советики. Вот опять щитовичок. Вот, к сожалению, подубитый. Подуставший. Как-то. Вот, если брать в точную привязку, да. То она чуть-чуть правее. Да, где-то вон там. Ну, смотри, ельничек, может, пройдемся, прогуляемся. Давай прогуляемся. А к машине ломанем поперек леса. Ага. А чё? Там фигня вообще. Сколько там до машины? Посмотри. По навигатору. Да, по прямой. Не углом, как мы шли. 560. А, ну полкилометра. Это херня. Как раз до ночи дойдем. По такому чепужатнику. Вот 50 метров туда, и там была старая дорога. Давай долезем. Давай проверим. Вот такой вот, ребят, лесной коп интересный, дорожный, который. Да и не только дорожный, вообще интересные места, которых на карте нет, ищется только своими ногами, руками, приборами. И методом тыка. И методом тыка научным. Совершенно очаровательный метод. Зато интересно. Итак, как мы и говорили, вот мы сошли с дороги и ломанули в сторону на 50 метров. Здесь вот такой вот ландшафт. Ну и увидели. Вот такая находка. Изумительно. Это уже то, что надо. Сапуточка. Мать, как красивая, надо ее почистить. Она, конечно, чуть-чуть подсъеденная. Солярные знаки, все дела, пуговица, гирька. Век 16 примерно. Вот это зачетик целая. У нас целая коллекция. Зимой покажем как-нибудь. что у нас есть? Берем по ним материал, потому что там много разных. Материал много, да, и снимем видео, попробуем зимой. У нас материал в этом году очень мало, с этой жарой что-то. Обычно после майских праздников запас уже там, ну, 10 роликов уходит точно, а у нас нет ни одного. Запасов нет вообще. Смотрите, значит, суть в чем. Решили мы, наверное, так и ломить через лес в итоге к машине-то. Не, ну мы чуть-чуть вот это вот. Ну мы, да, будем смотреть. Короче, интересные места. Смотрите, мы сейчас стоим на холминка. Ясно, что здесь, скорее всего, и была эта дорога, потому что там нет сопутки, здесь она есть. Ну и по навигатору четенько стоим. Здесь все в советское время, вон полосы посадочные. Естественно, все перебуробили. Но холмик есть. И туда спуск идет. Вот холмики такие, кто по лесам ходит. Проверять надо обязательно. Еще орешник. Наличие орешника. Орешник. Вот, наличие кустов, вот прям куртин орешника, оно говорит о том, что здесь были люди. Причем он же перерождается. Да, и он всегда торчит на дороге. В натуре овраг, посмотри. Да, я вижу. Прям овраг. Как интересно. Да, орешник перерождается, он, допустим, там 200 лет назад был на этом месте, он и сейчас будет. Он же растет, растет, растет постоянно, ему пофиг, он как сорняк. Вот. Но торчит он всегда либо вдоль дорог, либо вообще в центре. Либо какие-то поселушки. Пожалуйста. Кому интересно, хотите, покажу. Ну, сейчас, подожди, я свет пытаюсь поймать. Сейчас. Вот, более-менее видно. Видите, мы ставим четко. У нас очень неплохие привязки идут. Морочился я много с этим гармином, я помню. С этими глобал-мэперами и прочие хероборы, этими карты, ну, короче, картографические компьютерные программы. Чуть голову себе не сломал, но более-менее сделал. Даже пытался ПГМ привязать в свое время, но ПГМ это план, поэтому, к сожалению, ничего толкового из этого не получилось. А куда она идет у нас? А идет она вот так. Давай вот, грубо говоря, вот эта канава, она вот... Давай 20 метров вот тут пройдем, потом холмик посмотрим. 100 прошло. 100. 20 это мало. 20 это 20. Так, друзья, давайте проверять дальше, что из этого получится. Двинули, короче, через лес. Ну вот так примерно это все выглядит. Такие вот завалы периодически. И среди них поздние советы. Одинокие. Она здесь лежит, наверное, бедная, она уже и не знала, что ее найдет кто-нибудь. Думала, так и сгнию лет через 500 совсем. А тут пришли два чудика. Ненормально. Ненормально, да. И среди вот этого вот всего ее взяли и нашли. Но это я так прикалываюсь, конечно. Да все равно, что, монета в копилочку пойдет. Ищем-то мы другое, но вон он овраг. Сейчас мы его... Но мы все через него идем. Овраг, потом подъем, потом овраг. Чего ты вздыхаешь? А у нас деваться некуда. 600 метров как с куста. Так, да? Нам что-нибудь подвеж дают. Давай. Проверяйте, ребят, ямы. Обязательно. Ну, это не яма, это рядом. Ну, я имею в виду, проверяйте место, где находка была. Обязательно проверяйте. Особенно в лесах. Вот сегодня 3 раза монеты находили, 3 раза по 2. 3-й раз вот. Сейчас достанем. Глубоко належит. Самое смешное, что 99%, что это будет монета. Что здесь больше ничего нет. Да нет, здесь катается. Ты в нее упираешься. Ах ты, зараза, комар. Ну, улети отсюда. Она... Видишь, копейка. Копеечка. Копеечка. Год какой. Поздняя. Тоже поздняя. Ну, понятно. Вряд ли, что да, реформенная. Все. Второй. Какой? 72-й? Убирай. Друзья, вы не представите, до чего хорошо в лесу. Особенно где-нибудь далеко. Вот где вообще не слышно ни дороги, ничего. Ветер, птицы. Ой, птицы, да, из-под ног выпаркивают. Из-под ног только что, да, опять выскочила какая-то. Ругаются. Любка тетерку какую-то спугнула, да. А я... Ой, она такая смешная, толстая, крылья короткие. Летит так. Ну там гнезда-то не было, может, просто сидел. Здесь то, что только что какую-то небольшую птицу подняли с земли. Продолжаем разговор. Ну да. Третье. Не качеством, друзья, так количеством. Вот тихо-ха. Жалко, серебра тогда не было. Когда? Ну, имеется в виду такого вот ходового. Поздние советы когда. Оно было там, эти. Хотя не, по-моему, уже не было. Рублей серебряных только не было. Только юбилейные тоже были уже не из этого, не из серебра. И где-то. Вот вам онлайн. Черника уже отходит, практически нету. Это лопата. Все, потеряла. Ага. Она где сверху была. Ну, где она? Пинт включен. Да. Включен. Что-то вывлечь. Эй. Проверяй прибором. Куда ты валил? Вот такие занимательные. В этой листве, блин, я... Причем самое интересное, что вот в этой золистой почве звенит она. Ну ты куда делась-то? Она, скорее всего, завалилась в яму. Да? Когда ты грунт сняла, скорее всего, она внизу. Купаний. А, еще тут эти лосиные мухи появились вчера. Да. В итоге мы... О, где-то здесь. Почва какая-то. Что там? Что там? Поздний совет, а две копейки. Душка, да? Можно позвонить. Вот вам интересно. Эти... Пятнашка или кто она у меня там? 67-й. Ну, примерно те же года. Звонила, ну, вообще просто фольгой. Эти звонят проволокой. Ну да. Еще. Все. Тут по всему все. Все. Ну хорош, что нам еще... 18 копеек. Мороженое. Мороженое, да. Ягодное. Правда, подожди, цитрусовое сколько стоило, я забыл. Нет, 18 копеек. Это уже что-то такое, нормально. 19 копеек стоило мороженое. 7 копеек стоило фруктовое и цитрусовое. О, 7, да. Цитрусовое. Оно стоило 7 копеек. Гадость. 11 копеек гадость стоило. Страшная. 11 копеек стоило... эскимо маленькое, оно такое, вот такое было на палочке. Было еще-то это 23 копейки и 28 копеек. Значит, 23 копейки, это, я не помню, как называлось, на лэ как-то. И оно было в молочном таком шоколаде, я его никогда не любила. А с 28 это было бородино в черном шоколаде. Бородино офигенное мороженое. Да. Вот, потом сливочная в стаканчике в вафельном с розочкой стоила 20 копеек, а без розочки 19. Небольшой экскурс в советские времена. О. Молодежь? Могу! Я еще все помню. Да, нормально. Я еще не выжила из ума. Не, ну блин, есть люди, которые вон, ставьте лайки, кто помнит все это художество, кто застал. Ой, прикольно было. И квас бесконечный. Квас был великолепен. Сейчас, ну, может быть, вятский похож. Вятский похож чем-то. Ну, так, издалека. Очаковский был похож, но это в самом начале, когда он только появился. Да. Потом испоганился. Сейчас пока еще вятский тянет, но... Ну, бывают всякие разливухи. Так, ладно, двигаемся. Продолжаем. Вот такой вот. Да, буратино, это все-таки не лимонад, а сказка. Было? Видите, палка трясется. Ну, уже перестала. Что ты здесь, это пролетела, что ли? Вот пуля пролетела, и ага. Да нет, птички вот какие-то маленькие. Ладно, почапали дальше. Почапали. Нам туда. Туда. О, какой корень огромный. Где? Выворотень. А, выворотень вон он, да. Надо его позвонить. Вон они. Под ним что спрятали. Ага, клад. Угу. Два клада. Вот он, выворотень. Вот тетя Люба идет его прозванивать. Все время прозванивает. Самое смешное, что никогда мы там ничего не находили, но интересно. Чисто технически. Мало ли. Я еще раз говорю, никогда никто ничего здесь не находил из нас. Вот такой вот фигней мы тут маемся. Да и в этот раз ничего не будет. И в этом ничего не положили. Ничего не положили. Ничего не положили. Ермак лично пришел и закопал. Ой. С Сибири. Ничего не положили. Расскажите, а вы прозваниваете выворотни или нет? Просто интересно. Ну, многие же смотрят свои, камрады. Вылезли из лесов и решили пару часов по полям походить. Ну так уж. Вот, камрад тоже ходит с нами. Да, для успокоения души. А успокоение души обернулся вот такими находками. Совершенно чумовая пуга-гирька и серебро. Трава отросла. Трава отросла. Еще сейчас побродим маленько, да. Так-то вообще замечательно в копилочку-то. Итак, друзья, там походили. Вот. Есть еще часик. Не знали, что скошено и третье чудо-поле. Но это такие у нас сегодня. После леса, скажем так, чуть-чуть развеется. Здесь тоже скосили. Здесь было очень интересное место. Здесь были кресты. На глаз внимания не обращать, я получил от мошки, как всегда. Это и бывает. Поле замечательное. Сейчас до темноты походим часик. И в конце концов я вам все, да? Все уже покажу. Выход наш сегодняшний, к сожалению, подходит к концу. Но онлайнчик напоследок вам снять надо. Слышите? Пищит. Специально мушу отключил. Да я слышу. Блин, ну земля железобетонная. Конечно. Даже здесь с травой. Хорошо поет. Какой там на венике? 24-м. Вот она. Видно? Вот она. Видно. Сейчас приближу. Какая-то монета. Достаем. Монеты здесь убиты. Ну да. Полушка. Чья? Типа нан. Сейчас год посмотрю. В общем-то неплохой сокранчик-то. 35-й. Скажу сейчас народу. Уже темновато. А, ну может, да, отойдет. Но видишь, какая-то черненькая. Черный патч. Здесь такие бывают. Полушечка. Лопушечка. Замечательно. Сегодня немного леса и немного поля. Вот такое межсезонье. Дерево красивое. Вон то. Витька не сказал, что скосили последний. А он, может, сам не знал. Да? А что он здесь тогда делал? Рыбу ловил? Рыбу ловил. Дядя Витя, тебе привет пламенный. Пока тетя Люба раскладывает находки, вот вам пример заразительный, который должен быть. Это мусор. Пробки, проволока и всякая хрень. Сегодня не очень много. Мы всегда ее забираем с собой, выкидываем. И всем советуем так делать. Хоть кто-то должен за нашими лесами и полями ухаживать. Хотя бы немного. Где фокус? Вот я к чему призываю. Молодежь в основном, конечно. Люди взрослые, люди более такие сознательные. Так, находили мы сегодня вот такое количество находок. Монет 2, 4, 6, 8, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 штук. Ну нормально. Кресты ломаные, ключики. Даже вот ходячка одна есть. Пуга, гирьки. Неведомая палка-ковырялка медная. 5 штук красивая Люб достала. Бубенчик. Какие-то бубенчик с дырочками. И какая-то штука с узорами потом, по-моему, не знаю, что это такое. Вот так вот мы сегодня находили. Так, комары прилетели. А, еще полный карман медной проволоки. Но это всякая медь я не говорил. Вот такой сегодня результат. В принципе, что сегодня было запланировано за день? Первое. Найти старую дорогу. Была поставлена цель. Цель, я считаю, в принципе, выполнена, потому что мы прошли по современному накату все это расстояние, поняли, что это не она, и нашли ее в 50 метрах от современного наката. То есть цель мы выполнили, это хорошо. Даже нашли там гирьку, но видели что-то еще. Ну и заехали на любимое чудо-поля. То есть империя здесь, естественно, убитая, хотя, может быть, что-то оживет. Дали серебришко 23-го года. Это дореформенное классное серебро было. Очень хорошая проба, они, по-моему, даже не билон еще. То есть не 500-ка с примесями. В следующий раз, что мы будем делать, я пока не знаю. Хочется, конечно, до монгола, хочется старины. Но вся старина сейчас вот в такой вот траве, к сожалению. Мы пытаемся, рыпаемся, но пока не очень получается. Я думаю, что до сентября, а то, наверное, и до октября мало что из этого выйдет. Так что обязательно приедем еще на чудо-поля. Видите, третье скосили. Всем, кто знает эти поля и всем, кто нас знает, всем привет. Спасибо, что с нами ходили. Спасибо, что дышали свежим, чистым воздухом с нами и дышите там у себя где-то. Всем здоровья и до скорых встреч.